Доброго времени суток, дорогие подписчики и зрители моего канала. Мы продолжаем неспешное прохождение игры Эверест. Следующей на пути у нас стоит Килиманджаро. Находится она в Африке. И высота у нее почти 5900 метров. Также, как и в предыдущих частях, нам нужно сначала набрать команду. Наберем знакомых уже нам людей. Для начала я хотел бы посмотреть, сохраняется у них то, что я им прокачал или нет. Я где-то тут записывал на бумажке, какой скилл был у Клоренса Вальта. И как я понял, он вроде не сохраняется. Сейчас посмотрим. Тренировки. А нет, смотрите, да, он сохраняется. Я помню, было 48, 34, 29. Но на этот раз мы прокачаем сразу слабую сторону. Чтоб он уж точно не упал. Так, дальше наберем двух наших русских парней. Потом наберем в свою команду, заберем Фрица. Так, еще нам нужно два человека, да. Но я думаю, мы возьмем еще одного американца и, ну, я думаю, швейцарца. Он должен быть опытным альпинистом. В своей Швейцарии он, наверное, по горам там налазил достаточно много времени. Возьмем в этот раз канат сразу двум людям. Это Клоренс Вальт и... Так, кто у нас там? Швейцарец, да? Конрад Гофри. Конрад, где у нас там? Конрад. Вот ему тоже возьмем. Каната метров 200 также. Так, что дальше? Дальше. Экипировка. Возьмем кирку и Конрад тоже кирку, Николаю тоже кирку, а Виктору Смирнову аптечку. Ну и тут тоже возьмем, Фрицу тоже возьмем аптечку, мало ли, народу у нас стало больше, значит и потребностей у людей стало больше. Бинокль возьмем Джону Дельгадо. Так, всех людей экипировал. Осталось только набрать пищи. Пищи возьмем по максимуму, думаю, вообще. Ну, кислорода, думаю, сотни нам должно хватить. Тренировки. Одного мы натренировали. Дальше. Также слабую сторону, думаю, Дельгадо натренируем. Фрицу. Гофри, Скру, Виктору Смирнову у нас смертную машину. Нам должны быть все ребята опытными. Никто нас не должен подвести. Так, и начинаем. Восхождение на гору. Так. Так, а нас встречает сразу же дождь. В первом же подъеме, думаю, мы пойдем в обход слева. Тут все-таки два подъема, но они поменьше. Тут нету на пути дождя. Так, сразу думаю, всех отправим разом, может и все поднимутся. А тут еще у нас был легче, да, подъем, оказывается. Да ладно. Уже выбрал, значит, и пойдем, соответственно. Дельгадо спокойно преодолел первый подъем. Поэтому сразу второй. С двумя ребятами.
подняться своему. Вроде все преодолели, никто у нас тут не застрял. Без особых трудностей, можно сказать. Так сразу же ребят попробуем отправить. Следующий подъем, может все вместе преодолеют. И не придется нам использовать веревку, возвращаться назад к своим товарищам, помогать им и все такое. По крайней мере, я на это надеюсь. Так, до лагеря нам нужно преодолеть вот такой путь. Не так уж далеко, всего лишь два подъема нужно, чтобы добраться до лагеря. Сразу таких парней отправлю сюда. Тут у нас по парам у них, видите. Так, еще двух парней. Сюда же. Так, и последних. Вроде они опасно. Не сильно пострадали, но в лагерь все равно заглянуть не помешает. Так, посмотрим, можно тут как-то выделить их или нельзя. Было бы очень хорошо, я бы видеть по командам сразу ребят. Сразу на эту горку, чтобы они понимали. Посмотрим, как получится. Отдельно мы их по командам попробуем сразу прям подъем отправить, кто быстрее поднимется, собственно. Первыми поднялись все-таки. Так, тут у нас еще один лагерь. Я думаю, поближе к лагерю сразу пойдем. На самую левую горку. Чтобы ребята отдохнули у нас. Конрад, что-то у нас тут задерживается. Да, вот я как раз отправил. Туман надвигается. Так, фриц, куда тебя отправить? Даже не знаю, тут один подъем у нас. Так, что у нас? Тело... Да, тяжело забраться на этот дождь. Шрифт такой, что всегда понятно, что не писано. Поправьте меня, если я не прав. Только может их по двойкам разделить все-таки. Или по двое будет лучше. Жаль, вот тут нет общего. Каждого отдельности, чтобы можно было всех отправить в комнату, чтобы все бежали.
отряд поближе к лагерю. Еще один
это холодно. В основном тут все таблички одинаковые. И не всегда ли опасные. Других табличек от высоты нет. Но это, по крайней мере, я не видел. Потому что это просто из-за моей невнимательности. Я не заметил. Мы преодолели эту карту за 15 минут 35 секунд, тем самым побив рекорд в 19 минут 14 секунд. Спасибо, что смотрели прохождение, ну и до новых встреч.